Слон против бизона. Слоны – дружелюбные, миролюбивые и спокойные создания, но все порой сходят с ума, и нет тогда на суше более ужасного и разрушительного создания. Неизвестно, почему слон обезумел и чем спровоцировал его безобидный теленок. Бедное животное попыталось убежать от озверевшего слона, но у него не было ни единого шанса. Многотонный монстр всем весом протаранил бизона и поднял его ввысь. Даже обездвиженное тело его не остановило. Он продолжал добивать безобидного теленка, пока от него не осталась лишь бездыханная тушка.